Привет, дорогие друзья! На этом видео покажу вам, как набрать подписчиков в Инстаграме. Для этого заходим в Инстаграм. Откроется. Зайдем ко мне на страничку. Покажу вам, сколько у меня подписчиков. Вот 844 подписчика у меня. Для того, чтобы набрать подписчиков, нам нужен человек, у которого много подписчиков, скажем, там больше миллиона. У меня в подписках есть Бузова. Вот, у нее есть 14 миллионов подписчиков. А для этого метода, хорошо, что у нее столько подписчиков, заходим, вот, видите стрелочку. Сейчас она откроется. В рекомендациях, которые дает сайт Инстаграм, у нее здесь много страничек, на которые мы будем подписываться. По очереди будем подписываться, до конца мы пойдем, чтобы у нас тоже подписчиков добавлялось много. Хочу сказать, что время тоже имеет значение. Сейчас у меня на часах 16:35, но лучше, вот видите, у меня уже добавился один человек, но лучше всего делать вот это еще один в обеденное время, потому что по моему опыту в обеденное время очень много подписчиков добавляется. И после 7 часов, где-то до 9 вечера, тоже хороший результат. Добавляется тоже много. Итак, мы подписались на всех, кого рекомендовала вот этот, кого рекомендовала Бузова или сайт Инстаграм. Ждем чуть-чуть и отписываемся. Также по очереди, как от подписались, так и отписываемся от всех. Но это не имеет значения, что мы сейчас отписываемся. Подписчики будут добавляться. Еще есть нюанс. Это все надо делать в течение 10 минут. Если мы будем все делать больше 10 минут, то сайт Instagram заблокирует функцию подписки. А мы этого не хотим. Подписались, теперь надо отписаться. Напишите, пожалуйста, комментарии, еще какие-то методы, если есть. Поделитесь со мной. Поставьте лайк этому видео. И я буду снимать еще какие-нибудь новости, новинки, которые я сама узнаю и поделюсь с вами. Так. Кажется, все. Посмотрим, сколько у меня подписчиков. Даже лайкают. Вот видите, про лайки я не говорила, но есть добросовестные. Сколько там добавилось? 39 было или 44? Ну, либо 4 человека добавилось, да? Либо 9. Вот этот метод я хотела вам показать. Это моя страничка. Чуть-чуть прорекламирую. Зайдите, посмотрите. Спасибо вам.